Всем привет! Сегодняшнее видео по многочисленным запросам девушек, которые узнали о моем хобби. Мое хобби — это изготовление бижутерии из самых различных материалов. Занимаюсь я этим делом уже несколько лет. Когда-то активнее, когда-то менее активно. Конечно же, делаю бижутерию я не только для себя, но и для других людей, поэтому сегодня я вам покажу только малую часть из того, что у меня есть. В конце видео я постараюсь вставить фотографии, которые мне удалось сделать, тех изделий, которые уже носят другие люди. Ну и фотографии я делала не всех изделий, конечно же, которые у меня были. Ну, просто так получилось. Вот. Больше всего я люблю серьги и браслеты, поэтому, наверное, видео будет больше серёг и браслетов, чем остальных каких-либо изделий. Итак, давайте, наверное, начнем с вот таких вот пусетов. Такие вот серьги из полимерного пластика со стразинками. Вот, и они как гвоздики, вот такие. Далее еще вот такие гвоздики, как орхидеи, бело-голубые, крепятся тоже вот на таком вот гвоздике и вот так вот болтаются. Потом вот такие вот мишки Тедди, не знаю, вам будет видно или нет. Хорошенечко рисунок. Покрытие вот это, которое блестит, это особый вид эпоксидной смолы, которая не желтеет и не воняет. Вот. Она выглядит как тонкое стеклянное либо пластиковое покрытие. Вот такие простые два зеленых гвоздика, в принципе, которые так просто горстями продаются. Ну, я решила их сделать себе сама. Вот такие гвоздики божьи коровки. Очень их люблю. Ношу уже несколько лет. Далее будет такой вот комплект. Браслет и серьги, выполненные в одном стиле. Такие вот витиеватые бабочки. Вот так браслет смотрится на руке. И такие вот среднего, но не маленького такого размера сережки. Вот такой вот браслет с переходом цвета от темно-синего к почти белому. С таким вот узором. Очень люблю его носить с джинсами. Очень классно смотрится. Далее такой вот браслет с мультяшным персонажем. Наверное, вы его узнали. Это Джек Скелет из мультика. И вот такие вот бусинки черно-белые. Еще два браслета выглядят вот так. Один простой, а второй вот такой вот с наслоением разных геометрических форм. Как говорит мой муж, это браслеты психопата. Отчасти я с ним согласна. Немножечко такие психоделические, но, в принципе, мне они очень-очень нравятся. Так, далее вот такой вот браслет. У меня была этой зимой сделана целая серия таких браслетов. Это твердый браслет, имитирует вязку. Такой вот зимний стиль. Громоздкий немного, я его сделала случайно большеватым, но в принципе, носить можно. Остальные браслеты, которые я уже делала, следующие были нормального размера. Такой вот браслет с Сальвадором Дали, с такими вот плашками. Вот такой своеобразный тоже. Еще один твердый браслет с вот таким вот принтом, если можно так выразиться. Такой вот яркий рисунок японской художницы. К сожалению, я забыла ее имя, потому что она достаточно нетривиальная, сразу так и не запомнишь. И сзади у него вот такие вот пупырышки.
прикольно носить летом. Вот так примерно он смотрится на руке. И еще один твердый браслет. Он мне очень-очень нравится. Я его очень люблю. Он сделан с натуральным камнем. Это голубой агат. Смотрится очень-очень красиво, нежно. Обожаю этот браслет. Не смогла с ним расстаться. Оставила его себе. Вот так вот он смотрится на руке. Далее идет еще один комплект. Вот такой вот уже не жесткий браслет. С такими вот рыхлыми бусинками. И к нему вот такие простые сережки. Вот. Такой весенний, свежий. Люблю его носить весной. Смотрится достаточно ярко и эффектно. Далее еще вот такой браслет. Тоже такой более-менее летний-весенний. Тут такая желтая божья коровка сидит. Такие вот немного дутые, да, как бы бусинки и висюльки всякие. С белой, желтой, зеленой одеждой смотрится очень симпатично, задорно так. Вот такой вот тоже мягкий браслет из круглых бусинок. Тут такие разнообразные ромашечки. Ну, тоже такой летний, с джинсами, с сарафанами. Смотрится прикольно. Далее снова серьги. Такие вот с профилем девушки, с бусиной на таком вот более-менее надежном замочке. Такие вот длинненькие. Еще одни серьги с девочками. Сейчас попробую приблизить. Очень я их люблю, очень часто я к ним возвращаюсь. Там такая девушка в белом с роскошной копной черных волос. И сзади на фоне темно-красные тюльпаны. Очень люблю эти серьги. Тоже, к сожалению, я не помню автора рисунка. Вот тоже похожего типа серьги. Наверное, все знают этого мультяшного персонажа. Эту девочку зовут Ленор. У нее очень-очень нежный голосок в русскоязычных мультиках. В оригинале я мультфильм не смотрела. Я смотрела только с дублированием. Мне очень-очень этот персонаж нравится. Такая вот девочка Ленор. У этих серег есть такие вот прозрачные камушки. И такие вот сережки с котиком, который спит на грибе. Покажу вам поближе. Вот черно-белый котик спит на грибе с красной шляпкой. К сожалению, на камере не видно, наверное, но у котика еще на спине такие маленькие крылышки, как у мухи, такие полупрозрачные. Еще вот такие вот серьги тоже с рисунком той японской художницы, которую я никак не могу вспомнить. Вот такая вот тут девочка, и у нее шляпа из змеи. Такое вот все в зеленых тонах. Такие вот они квадратные. Еще одни серьги с натуральным камнем, которые вы недавно могли видеть на мне в видео про азиатскую косметику, кажется, я в них была. Они тоже с натуральным камнем, это розовый кварц. Бантики из атласной ленты и все остальное полимерный пластик. Очень на них люди внимание обращают. Далее вот такие вот простые сережки клубнички. Наверное, у каждого, кто занимается изготовлением бижутерии, есть сережки клубнички, мне так кажется. Ну, такие простые абсолютно. У меня есть вот такие вот серьги-яблочки. Не знаю, как вам будет видно. Они действительно похожи на такие наливные яблочки с железным листиком. Вот. Ну и их необычность в
том, что одно яблочко у меня красное, а второе зеленое. Вот так. Надеюсь, вам что-то видно. Две очень похожие пары серёг в виде таких вот ягодок. Сделаны они из такого застывающего силикона, и они так как бы пружинят, такие они мягкие снаружи. Вот, если вы видите, вот такие вот темно-синие и такие ярко-оранжевые. Тоже их очень многие замечают, многие любят. Далее вот такие вот серьги, которые многие видели у Вики 3000. Ну, вернее, не эти же, а просто точно такие же я сделала. Одинаковые ей и себе. Вернее, сначала я сделала ей, но потом мне так понравилось, что я решила сделать копию и себе. Вот так вот у нас с ней одинаковые серьги. Вот такие вот. Вот такие вот есть сережки в похожем стиле, из похожих бусин. Такая вот тоже насыщенная воздухом, как бы с пузырьками воздуха стекло. А сверху бабочка в стиле Сваровски. И такой вот желтый с голубым. Такие две. Еще из аналогичного стекла, только уже розового. Вот такие вот серьги. Так, возьму одну, чтобы вам было понятней. Такая вот тоже сверху бабочка розовая, стеклянная. Сама большая бусина. И снизу корона висит. На ней написано «Princess». Принцесса. Вот такие действительно принцессинские сережки. У меня есть еще одни принцессинские, тоже с короной, но они совсем по-другому выглядят. Вот такие вот они. Здесь такое красное сердечко, здесь маленькая корона, масенькая такая наверху, с белыми хрусталиками. И внизу белый такой кристаллик и тоже подвеска про принцессу. Вот такие вот. Далее такие вот сережки уже зеленые, в виде вот такой вот звездочки, которая подходит здесь по шаблону, но она, видите, в свободном таком кручении находится, весенней. Вот такие вот зелененькие. А вот такие вот голубые с большими камнями. Он даже не голубой, он скорее светло-синий такой цвет. И снизу висит птичка. Такие вот сережки. Симпатичные, но достаточно тяжеленькие. Их ношу не очень часто. Далее вот такие вот очень-очень светло-прозрачно-сиреневые. Даже на камере, не знаю, видно ли будет, что вот этот камень, он сиреневый. Настолько он светлый. Он очень интересно огранен и красиво преломляет свет, особенно когда яркий искусственный свет на него падает. Возможно, вам сейчас видно на камере, и так вот начинает играть стекло. Далее такие вот просто белые, такие зимние ледяные шарики. Вот так вот они. Не очень длинные, такие среднего размера. И в похожем стиле черные. Вот, но у черных снизу еще бабочка висит. Так, сейчас возьму одну, чтобы вам видно было получше. Такая маленькая бабочка. Черное стекло, оно непрозрачное. Вот эти вот серенькие стеклышки, которые между ними, они уже прозрачные. Вот такие вот. Потом одни из моих любимейших. Ангелочки такие. Такие голубые и светло-синие прозрачные стеклянные бусины. И
Такая девочка с крылышками. Не знаю, эльф, ангелочек. Ну, я их очень люблю и часто ношу. Они, кстати, несмотря на то, что такие длиннючие, они совсем-совсем не тяжелые. Далее вот такие вот розы. Небольшие сережки, очень такие аккуратные достаточно. Смотрятся уместно практически с любой одеждой, потому что они не кричащие и как-то более классики приходят. И у них очень много металлических элементов здесь. И вот только сверху три маленьких стеклянных камушка. Ну вот. Вот такие сережки. Просто много белых и голубых стекляшечек и железные там всякие подвесочки. Такие вот они тоже не очень большие. У меня к ним есть браслет, но я вам его сегодня не покажу, потому что я его буквально на днях порвала нечаянно, и он нуждается у меня в реставрации. Так, в принципе, тоже ношу периодически. Далее такие вот золотые листья. Золотые, конечно, в кавычках. Здесь драгоценных металлов нет. Просто листики такие неоднородного золотого цвета. И здесь в углу по два маленьких камушка на каждой сережке. Очень люблю эти серьги носить осенью. По-моему, они наиболее символичные, наиболее гармоничные. Смотрится очень неплохо, несмотря на всю свою простоту. Особенно хорошо сочетаются с моими рыжими волосами. Вот такие. Покажу для удобства одну сережку. Тоже такой тяжелый вот этот бирюзовый камень. И внизу такая сборная стрекоза из таких блестящих камушков бирюзовых, темно-бирюзовых. И стрекозиных железных крылышек. Такие вот. Вот эта гроздь, как я ее называю. Она мне напоминает то гроздь винограда, то гроздь смородины. У нее вот такие вот разных лиловых оттенков шарики. И такой вот зеленый листик. Надеюсь, вам видно. Вот и на такой вот она веточке серебристой висит. Такие вот. Вот такие вот простенькие абсолютно. Здесь крепежи от ниточек, я их оставила нарочно, мне кажется, они так смотрятся даже как-то интересней. И эти серьги сделаны в комплект вот к этим вот бусам. Мне нравится носить их с джинсами, вот этот комплектик. Смотрится очень неплохо. Вот такие вот крохотные сережки. Вот ягодки по сравнению с размером моих ногтей. Они действительно очень-очень маленькие. Специально я делала такие миниатюры. Они у меня не одинокие. У меня к ним есть в комплект браслет и ожерелье. Вот такое вот ожерелье. Оно достаточно длинное. Ну, то есть оно не под шейку, а так. В общем, висит до груди. И такой же браслет. Здесь как бы такими вот кустиками маленькими выполнены наборы ягодок. Вот такие вот. Не знаю, сейчас попробую приблизить. Вот. А вот так вот это все выглядит дело. Очень это ярко, очень это крикливо, я согласна. Поэтому ношу я этот набор только, например, если вся одежда белая. Тогда это смотрится уже не так по-ярмарочному. Далее вот такие вот бусы на шею. Сделаны в виде таких плавных переходов цветов. От зеленого к желтому. Далее голубые бусины, такое вот разноцветие. Сейчас я приближу. Ладно, так покажу. Некоторые с пятнышками, некоторые без. И разделители вот такие вот бабочки. Не бабочки, а четырехлистники, простите.
Вот так и крепится вот на таком. Замочек называется тогл. Такой вот цветок. Вот. Такие вот бусы. Есть еще такие вот коротенькие бусики. На самом деле я их задумывала просто как шарики с точечками, но многие в них видят футбольные мячи почему-то. Вот здесь вверх, и вот так вот они выглядят. Пупырышки у них такие объемные, как вы можете видеть. Такие вот коротенькие черно-белые бусы. Также есть вот такие бусы, темно-синие, с таким вот ярко-салатовым акцентом. Наверное, вы поняли, что я очень люблю носить джинсы, и у меня много бижутерии сделано для джинсов. Синие бусины неоднородные, практически каждая из них как-то украшена какими-то полосочками либо точечками. Вот. Ну и черные бусинки как разделители, простые черные. Вот так. И осталось еще одно украшение на шею. Многие его находят странноватым. Я согласна, в принципе, с этим, что оно необычное. Я называю это червячками. Кто-то говорит, что это зубная паста, кто-то говорит, что это какашечки. Ну, в принципе, каждый, наверное, в чем-то прав. Ну, на шее оно лежит вот как раз вот так. Они совсем коротенькие. И застежка у них вот такая вот незамысловатая, просто шарик продевается и под своим весом держится. Ну, сзади у меня обычно волосы, я не стала туда пихать еще бусины, потому что они мне бы там стали мешаться. Такие вот какашки-зубная паста. И осталось у меня еще несколько брошек. Вот, например, такой вот котик, наверное, всем известная картинка. Котик сидит на бревне, и сверху падает снег, он от него жмурится. И котик в обрамлении таких вот как бы снежных шариков у меня. Еще одна брошка, ну, это скорее, наверное, на значок похожая. Это та же самая девочка, Ленор, которая мне нравится на темно-синем фоне. Я часто, наиболее часто я цепляю эту брошку на карман джинсов. Также вот такая вот странная тетечка, которая представляет собой дерево, у которой юбка в виде дерева, да, она стоит, раскинув руки, и вот такая вот у нее замысловатая рыжая шевелюра. Такая вот брошка. А далее такая брошка. Тоже такой странноватый фантазийный рисунок, но мне понравился. Далее обычный такой всем известный смайлик, скорее, тоже на значок больше похоже, да, чем на брошку. Тоже люблю цеплять на джинсы, на сумки, которые ношу с джинсами и так далее. На кеды также можно. Еще два значка таких вот с мишками Тедди. Один в голубых большущих носках, второй в розовом свитере. Как правило, я ношу их вместе, как-нибудь там асимметрично расположив. Еще вот такая вот довольно мрачная, да, наверное, брошка с такой вот девочкой на черном фоне, такая готичная черно-коричневая брошечка. Так, и последнее, что у меня осталось, это вот такое вот колечко. Крупное. В принципе, я кольца не люблю и не ношу. Единственное, не знаю, почему-то я его себе оставила, потому что оно мне чем-то понравилось. В общем-то, самодельных колец для себя я не делаю, как правило, потому что я не ношу кольца. Вот так. Вот и все на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Может быть, у вас какие-то интересные идеи есть для бижутерии. Поделитесь со мной. Больше у меня в наличии ничего не осталось. Попробую вставить фотографии, если найду каких-то изделий, которых у меня уже нет. Спасибо за внимание. Всех целую. Всем пока.
This is what you get when you mess with us. This is what you get. This is what